видео подготовлено сайтом online.gdz.net, страница 140, упражнение номер 277. Прочитайте «Воскресенье», «Веселое объявление», «Известная пьеса», «Разъяренный зверь», «Восьмой подъезд», «Объездная дорога», «Съехал во вражек», «В южная погода», «Щупальца осьминога», «Съел пшеничный калачок». Калачик. Объясните друг другу по очереди про описание слов с пропущенными буквами. Воскресенье. Непроверяемо бездарное гласное «о». И разделительный мягкий знак. Весело. Бездарное гласное «е». Проверочное слово «весело». Объявление. Разделительный твердый знак. Известное. Непроизносимое согласное «т». Проверочное слово «весть». Пьеса. Разделительный мягкий знак. Разъяренный. Разделительный твердый знак. Зверь. Мягкий знак, обозначающий мягкость предшествующего согласного. Восьмой. Мягкий знак, обозначающий мягкость предшествующего согласного. Подъезд. Разделительный твердый знак. Объездная. Разделительный твердый знак. Дорога. Непроверяемое бездарное гласное «о». Съехал. Разделительный твердый знак. Овражек. Суффикс «ек». В южное. Разделительный мягкий знак. Погода. Непроверяемое бездарное гласное «о». Щупальца. Чу-щу. Пишем с буквой «у». Ля. Мягкий знак, служащий для обозначения мягкости. Осьминога. Мягкий знак, служащий для обозначения мягкости. Съел. Разделительный твердый знак. Пшеничный. Словарное слово. Непроверяемое бездарное гласное «е». Калачик. Суффикс «ик». Запишем данные слова. Воскресенье. Запятая. Веселое. Объявление. Запятая. Известная пьеса. Запятая. Разъяренный зверь, запятая, восьмой подъезд, запятая, объездная дорога, запятая, съехал в овражек, запятая, в южная погода, запятая, щупальца осьминога, запятая, съел пшеничный калачик, точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.